Часам протягивается улучшение працовными коллективами кандидата у депутата Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. Черговая отповедная конференция отбылась на коммунальном вытворчем унитарном предприемстве «Гомель-Водоканал». Удел у ее приняли около 80 представников працовного коллективу. Разглядалось питание об улучшении кандидата у депутата Палаты представников Национального схода Ивана Коржа. Свой працовный шлях он начинал у Витебску, где был дежурным, маневровым диспетчером, а после наместником начальника чыгуначной станции. Далее працевал у Комитете державной безпеки. На протягу 5 годов узначальвал управление КДБ по Гомельской области. В 2010 году был назначен на отповедную посаду у Гродно. Зараз генерал-майор Иван Корж является начальником Института национальной безпеки Республики Беларусь. По меркованию удельников конференции, он имеет богатый житевый опыт, сможет принимать правильные решения и годно представлять интересы коллективу. Считаем, что в парламенте должны работать квалифицированные, крепкие профессионалы, имеющие большой жизненный опыт, каким мы считаем Ивана Алексеевича. Поэтому мы решили выдвинуть кандидатом в депутаты в Палату представителей Коржа Ивана Алексеевича.